Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Вы смотрите прогноз погоды на 2 мая. В Барнауле ночью плюс 1, днем плюс 16. В Белокурихе ночью плюс 2, днем плюс 15. В Горно-Алтайске ночная температура около 0, днем плюс 12. А теперь посмотрим, какая погода ожидается в нашем городе. В Бийске ясно, ночью 0, плюс 2, днем плюс 13, плюс 15. Поздравляю всех жителей города с майскими праздниками. Отдыхайте, встречайтесь с друзьями и радуйтесь каждому дню.